В новом просторном магазине «Протип» по улице Красная Сибирь, 130А, будет приятно совершать покупки всей семьей. Здесь позаботились и об удобстве юных покупателей. Теперь дети могут складывать покупки в маленькие тележки, которые пользуются большой популярностью в магазине. Каждый покупатель сможет найти все, что нужно для стола. Молоко, хлеб, крупы, макаронные изделия, фрукты, овощи, мясо, рыбу и многое другое. Он находится за окнами нашего дома. Поэтому нам очень удобно. И вообще мы любим протипские магазины. Тут большой ассортимент всегда. Все, что надо, идешь и тут берешь. Здесь же покупатели найдут фирменную выпечку и кондитерские изделия. Однако главная особенность нового магазина – это отдел готовой продукции собственного производства. Непосредственно в магазине работают 4 цеха, из которых сразу же на прилавки поступают различные блюда – гарниры и мясо, салаты и закуски, горячий хлеб, пицца и суши. Мы стараемся идти в ногу со временем и стараемся разнообразить ассортимент полуфабрикатов и готовой продукции в сетях наших супермаркетов. Выпечка – это любимая дочь у меня, сдобная душа. Вот, булки, хлеб – все это свежее всегда нравится, горячее. То есть уйти, чтобы что-то не купить, невозможно просто. С начала декабря в магазине стартовала акция «Счастливые часы». Ежедневно покупателям предоставляется 25% скидка на продукцию в отделе кулинария с 8 и до 11 вечера. Чтобы берчанам еще приятнее было совершать покупки, осуществляются и другие традиционные акции сети супермаркетов «Протип». День покупателя, акция дня, розовый ценник и другие. Всех берчан и гостей нашего города приглашаем за покупками в наш просторный, красивый супермаркет. В магазине постоянно действует система скидок по дисконтной и семейной картам. Берчан приглашают за покупками в новый магазин «Протип» по адресу улица Красная Сибирь, 130А, с 8 утра и до 11 вечера.